Друзья, здравия, намаскар. Хочу сегодня поделиться с вами еще одним прекрасной подсказочкой, как загружать файлы в Telegram с компьютера или с ноутбука десктоп-версия. И при этом, чтобы они сохранялись в определенном порядке. Вот, чтобы они шли по порядку. И я столкнулся с такими проблемами здесь. Багов очень много. Я как профессиональный Software Quality Assurance Engineer in my past. В прошлом я проработал 6 лет в Нью-Йорке в качестве Software Quality Assurance программного тестировщика. Я тестировал программное обеспечение. Поэтому нахожу много всяких таких багов. Ну и смотрю, как можно workaround, как можно их обойти. Потому что пользуюсь очень активно Telegram, и требуется такая организация его процесса. Итак, я хочу, чтобы вот все файлы вот шли в таком, продолжали в таком порядке идти 40, 41, 42 и так далее. Да? Что у нас происходит? По сути, когда я загружаю, вот у меня сейчас есть файлы, да, папочка? Здесь эти файлы. Я когда их выбираю загрузить, то они у меня не загружаются вот так в порядке, как они сейчас идут дальше. Они в разнобой. А мне этого не нужно. Вот давайте посмотрим, как происходит у нас. Итак, мы отметили все файлы. Drag and drop делаем. И что мы видим? Пожалуйста, смотрите, он у нас. Вот они у нас почти все подряд. Ну, 54, 55, 6, 7, 8, 9, потом идет 50, 51, 52, 53. Видите, то есть, да, перемешанные. Перед этим я показывал, как можно сделать это. То есть, как здесь можно убрать, скажем, да, вот удалить вот эти просто. И вот эти файлы можно удалить и добавить. Или здесь выбрать опцию отредактировать. Добавить файл, который вы хотите в очереди. Либо же просто удалить файл, вот нажимая на крестик удалить, а потом добавить, какой вы хотите файл. Окей, по порядку. Ну, эта штука очень долго. Я так начал сначала делать, но очень долго. Я нашел другой способ, как эту штуку обхитрить. В общем, это мы удаляем. Cancel делаем, cancellation. Итак, следующий номер должен начинаться с 50. Заходим в наши файлы. Вот они, 50. Смотрите, как я делаю. То есть мы видели перед этим, мы когда выбрали все файлы, они у нас mess up, они у нас не идут по порядку, как они здесь находятся. Что за фигня, не знаю, не разбирался пока с Telegram, но такая штука есть. Что я делаю? Смотрите, я беру первый файл, качаю первый файл сюда, у меня создается окошечко, которое предлагает мне те же самые опции, что когда много файлов для selection, для плейлиста. Я выбираю опцию добавить, add. Так, и нам нужно открываем вот наши файлочки, мы их отмечаем, этот файл у нас уже есть, нам остается только вот эти добавить. И я говорю ОК, нажимаем ОК, открыть, у меня она, вот она в браузере, да, я говорю открыть, загрузить. И смотрим, смотрите, как все хорошо, красиво получается. Файлы все идут по порядочку. У нас будет 50-й и 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59. Вот, вуаля! Пожалуйста. Иди классно. Это такой вот workaround. Нажимаем send. И, пожалуйста, все файлочки у нас идут по порядочку. По порядочку. Да, все по порядку. А у меня здесь 138 файлов. Представляете, если бы я по одному таскал. Как говорится, голь на выдумку хитра. Поэтому пришлось найти возможность обойти это баги, которые есть сегодня в Telegram. Прекраснейшая application, но баги есть. Вот, друзья, такая штучка. Благодарю. Намасте. Делитесь вашими открытиями, как вы решаете проблемы с Телеграмом, с багами в описании нашего канала Ведодом. С вами Ярослав Мудрованцов, Академия отношений Ведодом и Тренинг Центр Green Mind Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Я знаю, ты знаешь, что можешь это делать вместе с нами. Делись
Наполняем пространство вместе. Намасте. А, друзья, прорекламирую тут уже наш канал Telegram. Кто, кого интересует... Да, друзья, кого интересует тема личностного развития, добро пожаловать в наш канал Веда Дом на Telegram. Мы занимаемся вопросами личностного и развития в семье, бизнесе, обществе, здоровье и духовности. Так что, друзья, добро пожаловать. Ссылочка на наш канал Веда Дом. И она находится у нас вот она. Вот ссылочка Веда Дом. Добро пожаловать, друзья. Самое лучшее, последние новости, все прежде выкладываем сюда. Здесь информации много по эзотерике, по личностному развитию, в том числе технические подсказочки. В общем, все, что нужно для жизни, все здесь есть у нас. Так что, если вас интересуют вопросы, как совершенствоваться в семье, в бизнесе, в обществе, здоровье и духовности, добро пожаловать на наш канал. Ведические знания, прежде всего, это основа основ. Ну и для того, чтобы было гармоничное у нас здесь полноценные знания, мы даем все то, что нужно в сегодняшнем дне. Это семейные отношения, это успех в бизнесе, это эзотерика, это психология, это традиции наших предков и все, что помогает нам. Здоровье, конечно же, да, вот обязательно здоровье должно быть. Все, что помогает нам становиться более счастливыми в нашей жизни. Окей, пожалуйста, обиды у нас, тема обид. У нас есть благотворительный курс полной практики прощения, принятия и просветления, кстати, да. Кто еще не в курсе, добро пожаловать. Мы проводим безоплатный благотворительный курс полной практики прощения, принятия и просветления. Этот курс только для тех людей, кто умеет учиться и хочет делиться знаниями с другими людьми. Окей, закон притяжения, конечно же, как же без этого, это очень важно. Ну и, конечно, как избавляться от обид. Делимся своим собственным опытом, контроль ума, контроль чувств и так далее. Закон притяжения, конечно же. Вот, друзья, пожалуй, так. Так что, пожалуйста, кого интересует, подписывайтесь на наш канал Веда Дом. Ссылочка Веда Дом в Telegram. Всем любви и радости. Живите в благости, друзья. Намасте.